Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике мы сделаем очень крутую превьюшку. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Итак, мы переходим в Photoshop. Первое, что я делаю, это составляю композицию. Это как бы обязательная такая вот работа, без композиции никуда. Композиция включает в себя фон и персонажей, а также всякие разные второстепенные объекты. После того, как мы расставим композицию, мы будем составлять текст. Если у вас есть с чем-либо проблема, то не стесняйтесь, пишите в комментариях, я вам постараюсь объяснить, что к чему. Так, дальше мы немножко корректируем где-то цвета. Если вдруг что-то по композиции считаем нужным, какой у нас план вообще изначально, под свой план и подстраиваемся. Дальше размещаем текст ориентировочно, где он у нас будет выглядеть, где у нас будет стоять. У меня, к примеру, это вот такое вот местоположение текста. Не знаю, может быть, у вас будет справа. Дальше мы делаем свечение позади персонажей. И после переходим к корректировке персонажей. То есть конкретно делаем им обтравочку в Camera Raw. Дальше сохраняю все это дело. Это для вас уже PSD-шку сохраняю. Уровнями немножко персонажей затемняю. И подтираю там немножко обычным ластиком. Дальше затемняю некоторые второстепенные объекты, кидаю логотип Ubisoft для того, чтобы была заполненность. Текст я создал вне видеоролика, то есть приостановил запись и конкретно уже поразмышлял над текстом, так как заранее почему-то у меня не получилось придумать такой вот оригинальный текст и пришлось остановить запись. Вот, дальше раскидываем дым. Без дыма, опять же повторяюсь, работа выглядит максимально сырой. Где-то корректируем моменты, меняем цвета. Это уже по ситуации, нужно нам это или нет. Дальше, после того, как мы подкорректировали все цвета, мы уже стараемся накидать всякие текстуры, дым, детализировать работу. По максимуму просто ее детализируем. Опять же, это нужно для того, чтобы работа смотрелась более заполненной. Пустая работа как бы в игровой сфере не очень круто, так что пытаемся заполнить по максимуму. Дальше накидываем разные частицы. И уже в такие вот второстепенные объекты тоже закидываем для того, чтобы улучшить нашу работу. Вот как-нибудь так. Ага, дальше накидываем пули, тоже вот такие второстепенные объекты, как бы тоже заполненность придают работе. Без них работа не такая крутая, как бы, как с ними, вот. И потом переходим к свечению. Свечение, как бы, тоже считаю обязательно такая часть для самой превьюшки, потому что превью без свечения смотрится какой-то, ну, я бы сказал, сырой. Далее прорисовываем контурный свет. Если вы не умеете его рисовать, обязательно посмотрите мои предыдущие видеоролики по прорисовке контурного света. Я стараюсь сделать его максимально аккуратно, максимально все по теме прорисовать. То есть в тех местах, где не надо, я его, соответственно, не рисую, только там, где есть свет. Вот. Я также пользуюсь дополнительно ластиком и инструментом палец для того, чтобы выровнять контурный свет по максимуму, то есть сделать его как минимум более приятным на глаз. Вот, пока как-то так получается. Вы можете наблюдать за процессом работы. Дальше я сейчас как на первом персонаже закончу прорисовывать, начинаю прорисовывать на втором. Ага, так, вот где-то пальцем немножко подразмыть, все такое. У меня, как бы, заранее вам скажу, нет заготовленного текста к этому видеоролику, я озвучиваю в режиме Real Life. Если где-то есть запинки, то, как бы, уж извините, так получилось. Потом, что я делаю? После этого я его высветляю, то есть я высветлил контурный свет, как видели. Там дальше проделываем глич, RGB эффект вот такой вот. Тоже немаловажную роль играет в вашей работе. И плагином Anirik пытаемся сделать это свечение, где оно как бы будет смотреться наиболее естественно. Наиболее так круто можно его закинуть. Дальше пресет подкидываем и немножко поднастраиваем самостоятельно. У меня получилось это сделать вот как-то так. Дальше, в принципе, все. Вот это и есть конечный результат.
Спасибо каждому человеку, который досмотрел видеоролик до самого конца. С вами был ProGamer. Всем пока.